27 февраля в Москве был убит Борис Немцов. Это подлое, циничное убийство потрясло меня так же, как и многих людей в России и в других странах. Ему было 55, и он много успел в своей жизни. Ученый, физик, губернатор, вице-премьер правительства России, депутат и потом один из лидеров оппозиции. Время, конечно, расставит все по своим местам, поможет оценить то, что он сделал, в чем ошибался, что не успел. Но, без сомнения, он был яркий, смелый, мужественный и честный человек.